Мы працягнем пасяджэнне блока па друкаванай кнізе 16-18 стагоддзяў дакладам Кацярыны Сергеевны Стройлавай, аспіранта Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, магістра гістарычных навук. Яе даклад, кнігі па гісторыі, выданыя ў друкарнях Віленскай і Полацкай калегіі ў 17-18 стагоддзях у фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Калі ласка. Здравствуйте. Стройлова Екатерина. Тема моего доклада – книги по истории, изданные в типографиях Виленской и Полоцкой коллегии в 17-18 веках в фондах Национальной библиотеки Беларуси. Развитие системы образования и книгопечатной деятельности на восточнославянских землях Речи Посполитой, в том числе и на территории современной Белоруссии, было напрямую связано с темой конфессиональной полемики между православной и католической церквами. Особую остроту эта полемика приобрела в конце XVI века, когда возникла греко-католическая униатская церковь. Современный белорусский исследователь Суша пишет в данном случае, что греко-католическая церковь покинула последователям большое книжное наследие, однако это наследие слабо исследовано до сих пор. Создание католической и греко-католической униатской церквями единой сети учреждений образования, гонение на православие, упразднение многих братских школ негативно сказались на православном просвещении, но не искоренили просветительскую, полемическую и переводческую деятельность. Вот. И православные учебные заведения все равно функционировали на восточнославянских землях Речи Посполитой. При многих учреждениях образования в 17-18 веках существовали свои библиотеки и типографии. Например, Виленская академическая типография была крупнейшим центром печати в Великом княжестве Литовском, издавала практически все книги латинским и готическим шрифтом и направляла обязательные экземпляры в библиотеку Виленской академии. Литовский исследователь Чепен пишет, что с первой половины 17 до середины 18 веков Виленской типографии принадлежала монополия литовской печати. Типография была в распоряжении Виленской академии до ее закрытия в 1773 году. В 2803 года она принадлежала главной школе Литвы, после этого Виленскому университету. Продукты типографии Виленской академии расходились по всей Европе. Больше всего книг было в восточноевропейском регионе, включая Россию. Также очень значимо, например, была Полоцкая академия, и при ней также существовала типография. В 1787 году императрица Екатерина II дала полоцким иезуитам привилегию на типографскую деятельность, которая продолжалась до 1820 года, когда орден иезуитов был выдворен из России. После того, как по приказу императора Александра I Полоцкая иезуитская коллегия получила звание академии, деятельность типографии возобновилась. Российский исследователь Лабынцев пишет, что с момента основания иезуитской типографии при Полоцкой коллегии до 1820 года в ней было напечатано несколько сот изданий на многих языках, прежде всего в польском и латинском. После изгнания иезуитов из России в 1820 году иезуитская типография в Полоцке перешла в собственность Пиарского ордена. В данный период издательская деятельность типографии была связана с высшей Полоцкой школой. В 1830-е годы типографию перевели в Киев и передали основанному в 1834 году университету Святого Владимира. Сегодня это Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В данной статье мы представим обзор книги по истории, которая издавалась в 17-18 веках в типографии Виленской и Полоцкой языческих коллегий. Эти книги направлялись в библиотеки данных учебных заведений, а сегодня хранятся в Национальной библиотеке Беларуси. К истории в данном контексте отнесены нами те книги по конфессиональной проблематике, внутреннему состоянию государства, производству, статистические описания и так далее.
В качестве основного источника нами был взят каталог книг Национальной библиотеки Беларуси. Актуальность данной темы обусловлена тем фактом, что обзор книг по истории, которые были изданы в 17-18 веках в Линской и Полоцкой типографии, в учебных заведениях, где функционировали эти типографии, позволяет составить некоторое представление о запросах интеллектуальной элиты Речи Посполитой, в том числе и на белорусских землях. Итак, в отделе редкой книги из старопечатных изданий Национальной библиотеки Беларуси представлено 5 книг по истории, которые были изданы в Виленской академической типографии в 17-18 веках. Они же были переданы в библиотеку Виленской иезуитской коллегии. Значит, если их кратко описывать, то это, значит, одно издание по церковной истории, 4 книги по внутреннему состоянию судопроизводства Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи. Из привлеченных нами для анализа книг большинство напечатано на польском языке, это 4 книги. На русском языке была издана 1 книга, 2 книги были изданы в 17 веке, 3 книги в 18 веке. В качестве изданий типографии Полоцкой иезуитской коллегии в Национальной библиотеке Беларуси представлено 2 книги. Значит, это 1 книга по всеобщей истории, 1 книга по церковной истории. Книги были изданы на польском, 1 книга, и на литовском тоже 1 книга языках, и все эти книги изданы в 18 веке. Значит, подробное описание книг и издательские данные, название книг можно с ними ознакомиться конкретно в статье. Таким образом, издания Виленской и Полоцкой типографии, представленные в Национальной библиотеке Беларуси, свидетельствуют о некотором запросе на книги по истории и внутреннему состоянию Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и с конца XVIII века Российской империи. Пользовались спросом издания документов, прежде всего судебных. Реже встречаются книги по церковной истории и истории соседних стран. Преобладают издания на польском языке. Можно выдвинуть предположение, что тематика рассмотренных книг отражает идеологические и политические позиции интеллектуальной элиты Речи Посполитой, в том числе проживающих на землях современной Белоруссии. Ну и, в общем-то, можно также сказать, что благодаря тому, что данные книги хранятся сегодня в Национальной библиотеке Беларуси и к ним есть доступ, мы можем приобщиться к нашей культуре, к нашей истории, изучать ее, исследовать. Спасибо за внимание. Дякую вялікі. Вельмі прыемна бачыць, што матэрыялы і фонды Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі становяцца падставаю для вось такіх кнігазнаўчых доследаў маладых навукоўцаў, студэнтаў, магістрантаў, магістраў, аспірантаў, кандыдатаў навук. Я цешуся новым асобам, якія далучаюцца да нашай кнігазнаўчай глебы, робяць свае студыі, аналізуюць, выступаюць і тым самым напрацоўваюць свой уласны досвед. Я думаю, што ў такім фармаце мы і будзем працягваць працу вядомых кнігазнаўцаў спалучаць з даследаваннямі маладых, але ўжо таленавітых, відавочна, аўтараў. І ў гэтым сэнсе мы, я думаю, будзем мець поспех. Прынамсі, сфарміруем пэўную традыцыю і школу кнігазнаўчых даследаванняў.